Магнитола не встает в данный разъем. Здесь мешается пластиковая вот эта штучка. Ее надо будет вот здесь срезать, чтобы она дошла дальше. Еще глубиной еще на 20. Магнитола здесь на 160 глубиной. Сейчас покажу. Вот такая магнитола. НК-7120. Куплена в интернет-магазине Е96. Сейчас пытаюсь поставить. Надеюсь, все получится. Еще раз вот панелька. Разъемы. Вот такие дела. Вот одна клипса сломалась. Металлическая. Сейчас покажу. Надо заранее купить будет, прежде чем снимать. Я не купил. Съезжу на рынок. Антенну туда выкинул. Чтоб не мешалось. Смотрится она вот так. Лишние провода берем, чтобы видно было, насколько она выставляется. Видите, до конца не идет вообще упор, все упирается в пластик. Его надо будет резать, как я сказал раньше. Купил на детали 52 пластиковую накладку на 500 рублей, 300 рублей, в общем, доставка. В общем, 800 рублей вышло. Еще должна быть серебристая рамка. Я отдельно заказал в другом магазине. Здесь пришлось отрезать пластиковые штучки. Вот здесь. На этих местах. Здесь и здесь. Фотки увидите позже. Посмотрим, как будет. Вот так вот. Видите, выставляется. Сюда лучше видно. Вот так вот. Где-то надо до сюда, по эту кромку. Внутрь, по эту. Соединить. Вот такие дела. Работы хватает. И еще придется что-то придумать сюда. Щель здоровая. Выходит. Здесь еще все нормально. И щель. Думаю, это линейку пластиковую приклеить на эпоксидный смолу. Ну как в интернете рассказывают. Вот. Вот такой у меня срач. Ладно, на этом закругляемся. Здесь входит и выходит. Входит и выходит. Замечательно. Входит и выходит. Замечательно. Отлично. Пары дихлортана на вас действуют хорошо, да? Да вообще отлично. Так.
Отпиливаем. Следующая часть. Срезали. Осталось эту штучку срезать. Ладно. Нет, ниже пили. Толку-то от нее. Да пусть будет. Зачем? Да пусть будет, что ты? Жесткости-то уже никакой. Ну хотя бы. Че? Ничего она не даст. Она даже не даст скатиться. У тебя так-то эти направляющие не дашь, не дадут ей скатиться. Ну да, в принципе. Режь давай низ. Посюда? Да. Ну ты варвар. Чё? Режь давай. Смотрим. Ну-ка. Так. Это варварство. В этом автомобиле так делать. Так. Нормально, все так делают. Все так делают? Конечно. Бля, ни одного видеоролика нет в интернете. Ну так это шла до гранта, что ты хотел. Бля. Вот так будет стоять. Ну, в принципе, заебись. Куда она не денется? Раз. Давай впилить. Посюда, да? Угу. Не, давай хоть что-то пусть будет. Да. А если это расслаблется, это бух, здесь они отцепились, они в трубу упадется. Оно хотя бы чтобы удержало. Да ничего она не удержит. Просто туда же. Она же, блядь, тяжелая, она просто ее сломает, и все это, и ты считай, не будет, так она у тебя тут упирается. А тут просто такая блямба будет. И там по-любому. Где магнитола? Там по-любому что-нибудь мешать будет. Ну вот смотрите, какая магнитола. Вот такое мы ставим. Да, там все ее видит. Там провода, хули. Потом будешь что-то подцеплять, и все, пиздец. Она помешается. А, ну ладно. Убедительно звучит? Убедительно. Ну, блядь, с первого раза ты не понимаешь, что я здесь могу сделать. Срежем под самый корешок. Установка вот 2.1 магнитолы. Дуракам закон не писан. Меня отговаривали ставить. Но я ставлю. Срезали по самый корешок. Смотрите. Стыки. Теперь у нас разъем есть под 2.1 магнитолу. Сейчас можем примерить все это дело. А USB провода ты куда будешь выводить? Что там упирается еще? Ну-ка.
сенсор отзывчивый. Ищем. Говорят, мне всегда было хорошим, а самооценка на уровне, надо перестать себя сравнивать с кем-то еще. Ну, типа, он поймал большую рыбу, а я поменьше, и все. Самой большой рыбы хватит на всех. Очень скоро будем слушать отрывок из шоу «Вечерний Ургант», где в гостях самая настоящая рыбачка-морячка. Еще пару умозаключений оставят в эфире ребята из «Квартета И». Это будет фрагмент фильма «О чем говорят мужчины». Я даже не знаю, что а вот на какие вопросы отвечает армянское радио, слушайте в финале часа. И пусть всем будет весело. Это Юмор ФМ. Зовут меня Ольга Малинина. Привет. Юмор ФМ. А я сейчас же не... Такая магнитола, не сильно яркий дисплей, правда. И, в общем-то, пройти все процедуры. Я также отмечу, что в эти минуты на территории контрольно-пропускного в каждом корабле. Условия для многодетных родителей. Согласно законодательной инициативе, родители, у которых есть трое и более детей, могут полностью или частично освободить от уплаты налогов на доходы физических лиц. В частности, предполагается установить ставку в 7% для родителей, имеющих троих несовершеннолетних. Детей. Об этом сообщает «Известия». Некоторые парламентарии предлагают и вовсе убрать НДФЛ как таковой при наличии 5 и более детей в семье. По мнению законодателей, налоговая льгота станет финансовой поддержкой для российских семей, поможет стимулировать рождаемость в стране. На сегодняшний день многодетные родители имеют уже некоторые льготные. Вот я подключил флешку. Вот она. Флешка. Задний флешка.